Всем привет! Как-то у меня был запрос показать, где я монтирую видео. В данное время я уже в ней не монтирую, потому что я уже изучала там монстры, это Sony, еще какие-то программы. Но вот эта программа подойдет для тех, кому нужно вот срочно сделать видеомонтаж. Например, вы сняли там в садике или там какой-то праздник у вас был, и вам нужно срочно сделать какой-то ролик. То есть у вас есть кадры, и вам нужно соединить, там что-то обрезать, добавить музыку, картинки. И вот при помощи этой программы можно сделать очень-очень быстрый видеомонтаж. Первым делом, конечно, скачаем ролик. Я вам ссылочку оставлю под видео. Вы можете по ней перейти и скачать. Скачивается очень просто и быстро. И давайте покажу, что я делаю дальше. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Кстати, хотела добавить, что программа работает с Windows Vista 7, 8, 10 версии. Как я уже сказала, справится даже ребенок. То, что вы скачиваете, это ознакомительная версия. Она не имеет ограничений по времени и функционалу. Если вы хотите купить, она очень недорогая. И в ознакомительной версии, после того, как вы смонтируете, будет водяной знак. После того, как скачали, мы добавляем или видеофайлы, или картинки, или музыку, все что угодно, что вы хотите добавить. После того, как скачали, мы перетаскиваем нужное количество файлов на таймлайн, добавляем музыку, что вам нужно, и можно разрезать, склеивать, переворачивать, пересекать между собой ролики, как хочется. Тут есть десятки эффектов, есть текст, есть оверлей. И после этого можно сохранять готовое видео в разных форматах, что вам нужно. И можно использовать аппаратное ускорение. С этой программой справится даже пользователь, который никогда не работал с программами для обработки видео. Вообще, разработчик акцентирует внимание на то, что данная программа создана для непрофессионалов в области видеомонтажа. Она работает на русском языке, то есть программа на русском языке очень просто и, как я уже сказала, в операционной системе Windows. Тут очень большое количество титров. Можно добавить текстовые комментарии с анимацией, можно ускорить скорость видео примерно до 8 раз, можно также замедлить скорость видео. Есть переходы очень много и есть визуальные эффекты. Очень интересная функция — подсветка определенной области видео для фокусировки внимания. Практически, знаете, очень просто, быстро, где-то 2-3 минуты, и видеоролик готов. Если, конечно, у вас не очень-очень много файлов. А так короткие ролики сделать на раз-два. Так что, если интересно, то не забудьте скачать. Название я здесь тоже вам напишу.